Я вам должен сказать в очередной раз, может, это и плохо, у меня даже нет мобильного телефона. Я смотрю, мои коллеги, президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность, и дело даже не в этом. У меня есть кому этим заниматься. Если мне кто-то звонит, это редко бывает по мобильному телефону, мне адъютант принесет и даст этот телефон, но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты, где бы вы ни были, они у вас в кармане, и вас видят те, кто надо. Вам это хочется? Нет.